Всем привет, друзья! Сегодня видео о том, как я оживил Xiaomi Redmi Note 5, не вскрывая. В один прекрасный момент сегодня утром он перестал включаться на кнопку включения, не реагирует. У меня закралась мысль, что-то с аккумуляторной батареей. При попытке включить телефон индикатор мигает интенсивно. Я не понял, думаю, может быть что-то с блоком питания? Просто я с такой проблемой не сталкивался. Первая мысль, которая появилась, что-то с блоком питания. Начал разбираться. Вроде все нормально и... Это ж ксиомиевский, кстати, оригинальный, родной. Проблема может даже быть с кабелем. Но потом у меня есть такой вот блок питания от Samsung. Это уже второй новый телефон мой. А, в принципе, по вольтажу он одинаковый. Как и Xiaomi, 5 вольт, 2 ампера. Подключив его на 3 минуты, телефон включился. Что, не спешите его вскрывать, смотреть, что там у него внутри. Без знания и опыта вы можете его сломать. Так что, если у вас проблема случилась такая, как у меня, индикатор мигает, но не включается телефон. Не стоит спешить с ремонтами. Ищите новое зарядное устройство. Пытайтесь зарядить таким образом. По-другому никак. Но это зарядное устройство на утилизацию. Уже все. Ему ничего не поможет. Ну а кому это видео помогло, ставьте лайк, пишите комментарий. Всем пока.